еще? Ракеты, еще что? Пули. Пули, еще что? Одежду. Гранаты, одежду. Ага. Утро для учеников четвертых классов кадетской школы номер 95 началось с изучения истории родного края. Вместо уроков – пешая экскурсия по аллее трудовой славы. Для ребят сотрудники ДК «Победа» приготовили познавательную историческую лекцию «Парад, изменивший историю». Она посвящена параду памяти 7 ноября 1941 года, который прошел в Куйбышеве. Сегодня мы проводили экскурсию для кадетов из школы номер 95. Они сами изучали мемориалы, сами читали, что делал наш город, сколько производил самолетов, двигателей. Если мы не будем помнить нашу историю, то у нас не будет будущего. Наша сегодняшняя экскурсия касается не каких-то далеких вещей, она касается конкретно наших семей, бабушек, дедушек, потому что они все принимали активное участие в становлении нашего города. Ребята активно демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы. Также каждый поучаствовал в историческом квесте. Школьникам нужно было узнать и рассказать подробности о самолетах, которые производились на Куйбышевском авиационном заводе. В этом им должна была помочь информация, указанная на мемориале. Мы готовили, конечно же, учащихся к этой экскурсии, рассказывали, вспоминали о том, какие есть заводы, что Самара – запасная столица, город трудовой доблести. Поэтому ребята сегодня были очень активны, с удовольствием отвечали на вопросы. По словам организаторов, несмотря на юный возраст, школьники уже обладают внушительным багажом знаний. Она прошла блестяще. Ребята показали такую дисциплину, подготовку. Мы думали, они будут плавать на вопросах викторины. Ничего подобного. Ну, за такое поколение просто радостно и можем гордиться им. Экскурсия завершилась возложением цветов к триумфальной арке. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.